Итак, будем делать на обед ежики с рисом. Для этого нам понадобится индейка, фарш индейки. Нам понадобится рис, я его промыла уже. Нам понадобится одна луковица, одна морковка, лавровый лист, одна чайная ложка полная томатной пасты, одна чайная ложка сметаны, красный перец острый и сладкий перец, черный перец, чеснок, соль. И масло. У меня оливковое. Можно подсолнечное. Вот так вот. Рис. У меня рис варится очень быстро, за 10 минут. Поэтому я его промыла, и он у меня вот в таком сыром виде. Но если у вас рис варится очень долго, придется его распарить или поварить чуть-чуть. Ну, чтобы он был немножко распаренный или чуть-чуть вареный, да, минут там, я не знаю, минут 5-10, да, ну вы понимаете. Вот это все нам понадобится для этого рецепта. Сейчас нам нужно луковицу порезать, морковку натереть на терке, вот, и сделать фарш. Пол луковицы я порезала очень-очень мелко. Вот так мелко, вот, видно, да? Вот. Ну, можете натереть и на терке. Ну, там даст много сока. Ну, это по желанию, как вы хотите. Я вот так нарезала лук и добавлю сюда к фаршу. Сюда же добавлю чеснок. Чеснок тоже по желанию, кто как желает. Я добавляю. Вот. Ну, буквально пол чайной ложки. Добавлю сюда черный перец. Тоже по желанию я добавляю так на глаз, но это где-то пол чайной ложки меньше. Добавляю красный молотый перец, тоже на глаз добавляю. Вот так вот, как бы, вот, ну так. Острый перец добавляю чуть-чуть, но тоже полезно. Все полезно, если в меру. Вот, все вот это я добавила в фарш. И сейчас посолим. Ну, буквально две щепотки, потому что еще в соусе будет соль. Вот так достаточно. И сюда будем добавлять. Сейчас размешаем немножко вот так вот, да? Вот. Размешаем вот так ложкой, а потом будем делать руками. Вот так вот. Вот. И сюда добавим рис. Я уже сказала, у меня быстро варится, но если у вас он варится долго, пожалуйста, нужно его немножко пропарить. Вот я сюда добавила рис. Вот. И сейчас я буду делать это руками. Вот фарш. Надо его хорошо перемешать. Да, вот так вот. Вот. Я его так хорошо перемешаю. Рис. Вот, хорошо-хорошо руками перемешать. И мы вот рис перемешаем. Вот, сделаем его готовый и оставим в стороночке. И будем, да, делать поджарку для ежиков. Вот так мы перемешаем его аккуратненько. Вот. Вот так вот. Видите? Вот, и оставим его в стороночке. И сейчас сюда добавляем морковочку. Вот. И будем жарить ее вместе дальше. Как и сказала, лучок буквально 2 минуты. Вот. На среднем огне. Смотрите, чтобы не сгорело. И будем жарить сейчас вместе вот так красиво. Какие краски красивые, да? Оранжевые. И будем жарить вот так
не на сильном огне, а на маленьком огне, чтобы было красиво, чтобы оно не пригорело. Если вы чувствуете, что там не хватает уже жира или что-то там, ну, как жидкости, добавляйте чуть-чуть воды, кипяченой, буквально одну столовую ложку. Вот так и будем жарить где-то минуты две. Вот посмотрите, как красиво, да, получилось, она кипит. Я сюда добавила буквально одну кружку воды, там в этой кружке 300 миллиграмм воды. Вот, получился очень красивый, да? 300 миллиграмм воды, потому что фарш у меня 400 грамм, да? И еще добавлю сюда лавровый листик. Уже все готово. Сейчас уже можно выключить. Можно выключить и заняться ежиками. Вот она кипит. Видите, как красиво, да? Ну вот, достаточно. Сейчас будем делать ежики. Итак, делаем ежики. Для этого руки должны быть влажные. Немножко водички должно быть рядом, да? И вот берем фарш, делаем такие, как как шарики такие делаем, да? Ну, по желанию, какие вы хотите, чтобы они были величины, такие делайте. Немножко отбить их вот так руками, да? Отбить руками нужно. Вот. Вот так отбить руками. И вот так делаем шарики. Вот такие шарики делаем. Вот. И на тарелку. Вот. И делаем вот такие шарики. Вот такие шарики делаем. Вот. Величину выбирайте любую, какую вы хотите. Хотите мельче, хотите... Ну, мельче я не советую. Хотите покрупнее. Но нужно отбить хорошо. Отбиваем хорошо. Вот так отбиваем. Вот. И вот, вот так мы и делаем вот эти. Видите, какие они получаются хорошие, да? Вот, ёжики я сделала. Из 400 грамм фарша получается вот столько. Вот это 400 грамм фарша. И сейчас мы ёжики берем, надо поднять немножко вот так вот, и ложим в кастрюлю. Вот такая у меня она с толстым днём. Вот, в кастрюлю ложим вот так вот, аккуратненько туда. Распределяем наших ёжиков. Вот. Сейчас я покажу вам, как они там красиво лежат. Вот. И они, вот. Я так положила их. Вот, посмотрите, видите? Вот их так. И сейчас нам нужно их залить вот этой зажаркой, которую мы сделали. И посмотрите, как наши ёжики там томятся. Не на сильном огне, на таком, на маленькой. Видите? Ой, пар пошел. Видите, как они там хорошо? Вот, видно даже, запотела камера. Вот так вот. Видно, да, как они там томятся? Ну, вот, полчасика. Ну, как сказала, 30-35 минут, вот так вот. 40, но зависимо от того, какой рис. И будут готовы. Потом посмотрим, что получилось. И вот ёжики сварились. Вот посмотрите, какая красота. Такие яркие, да? И сейчас вы поймете, почему ёжики. Видите? Оттуда торчит рис. И это как будто ёжики такие. Вот такая красота получилась. И сверху сейчас посыпем немножко зеленью. Здесь у меня укроп и петрушка. Вот так красиво вот так сделаем. Вот. По желанию. Нравится вам зелень, но так ярче и так вкуснее, правда? Вот так вот. 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 Я сделала еще такой салат из консервированной морковки, горошек и красный лук. И добавила туда одну ложечку подсолнечного масла. Вот такой красивый, яркий получился. Вот. Вот такие наши ёжики. Все зависит от риса. Пожалуйста, ориентируйтесь по вашему рису. Потому что у меня он быстро варится. У меня он сварился за полчаса. Но бывает, что он тверже. Тогда вам надо, как сказала, распарить.
Вот. Вот такие получились ежики. Очень вкусные, аппетитные, полезные. Попробуйте, понравится, напишите комментарии, поставьте лайки, подпишитесь, поделитесь. Я буду знать тогда, как вам понравилось. Я надеюсь, что вам понравится. Приятного вам аппетита!